Вы знаете о вступающем с 1 июня 2013 года в федеральном законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака? Ну, наслышано. О запрете курения, да, в общественных местах, примерно, в общих чертах. А, нет, не слышала. Ну, слышала, да. Нет. Да. Ну, да. И что вы по этому поводу думаете? О запрете на табакокурение в общественных местах я полностью за, так как сама не курю и не хочу быть пассивным курильщиком, чтобы моему здоровью причинялся вред. Полностью согласен. Курение вредит здоровью, поэтому я не курю. Но я не курю, и мне как бы вообще, если честно, без разницы. А как вы думаете, в каких местах города курить запрещено и в каких разрешено? Оно запрещено это в общественных местах, при массовом скоплении народа, в парках, наверное. А где разрешено, я даже не знаю. Может быть, в специальных заведениях, в барах. Не знаю, где курить запрещено, честно говоря. Детские площадки где-нибудь. Считаю, что это ошибочно в аэропортах и в поездах запрещать полностью. Потому что люди некоторые уже, скажем так, со стажем, да, которые привыкли это делать, нужно организовать все-таки и сделать отдельное место все-таки, где можно это делать. Я считаю, что вот в ночных клубах запрет курения – это полная амораль, так как, когда туда заходишь, выходить уже нельзя обратно, и запрещать там курить все-таки нужно сделать там разрешение, я считаю так. А как вы относитесь к проблеме курения в некоторых местах общественного питания? А в смысле, какой проблеме? То, что вообще курят? Ну, считаю, что нужно, если есть, а если будут такие заведения, они должны быть разделены, то есть зоны для курящих и некурящих. Очень-очень отрицательно. Что бы вы рекомендовали органам власти для борьбы с табакокурением? Ужесточить контроль, наверное, больше за оборотом сигарет и курением в общественных местах. Значит, что не продавали несовершеннолетним, и в связи с вступлением в закон, чтобы это все жестко регулировало. Запретить выпускать табак. Ну, все равно это никак уже не исправить. Все люди будут курить и будут. Или выделить места для курения, для курящих людей. Обычно люди курят, это же от нечего делать, так и есть. И чтобы завлечь молодежь более перспективным и удобным для них делами, чем курение, табакокурение и распитие пива в общественных местах и в подворотне. Вот и все. Побольше проводить агитации среди молодежи, чтобы как бы молодежь нашего города бросала курить. Все курят почти, даже девушек и курят, это вообще не нравится, тем более можно на сигарету добавить цену. Ваши пожелания подрастающему поколению? Чтобы не курили, все были здоровыми. Оставаться здоровыми. Как вы относитесь к табакокурению? Плохо. Прикинь, она разговаривает.